Сейчас мы погоним наших линдочек. Линдочек погоним наших домой. Да, пойдемте, пойдемте. Так, надо кормушечку взять вашу. Пойдемте, пойдемте, мои хорошие, пойдемте. Опаньки, 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 опаньки. Вот туда, 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 туда. Пойдемте. Так, 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 идите, идите, идите. Эти вы мои золотые хорошие, идите, идите, идите. Вот так, 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 туда, 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 туда. Вот туда, туда. Ну, я их отпугну. Идите, идите. Так, ладно, ставим кормушку. Вот так. Давайте, давайте, домой, все. Так, потихонечку их, ага. Вот, 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 туда, туда, туда. Ой, какие вы молодцы. Ой, какие вы сладкие. Какие вы холёсенькие мои. Спокойно. Сейчас водички нальем. Свеженькой. Вы видели, насколько они спокойнее, да? Вот эти гусики-то. Намного спокойнее, чем холмогорики-то. Вот они, мои холёсенькие. Вырастут, большие будут. Ну ладно, оставайтесь на ночевочку. Вон как им хорошо. Вот они к корму идут и к водичке. Молодцы. Очень спокойные. Господи, надо же, бывают и такие гусики. Молодцы. А сейчас мы выпустим Гошку на улицу. Гошенька, солнышко ты мое. Да, иди скорее. Иди скорее. Тега, 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 тега. Тегонька, тегонька. Тегонька, да, да, да. Ой, ой, ой. Пойдем, тега, тега, тега. А вы-то куда приперлись? Господи, сейчас же вас Гошка, знаете, что сделает вам? А? Буду стоять караулить. Подрастают гусики. Посмотрите, какие хорошенькие становятся. Вот этим гусиком у нас, вот сейчас стою, считаю, считаю, 1,5 месяца. Крупненькие, хорошие. Я даже не знаю, ты давай прогоняй Гошку, а я вот этих вот сюда в угол загоню. Идите, мои хорошие, идите. А то Гошка вас поймает. Ну-ну-ну-ну. Давай, давай его туда. Проходи, проходи, Гошенька. Проходи, мальчик, проходи. Ну все, а вы идите. Вот туда. Ой-ой-ой. Вот туда идите. Вот-вот-вот. Да. Ну, голубей я что-то не вижу, а ворон вообще. И голуби ходят. Ну вот,
все зерна съедят. Жду, я ничего. Пусть они еще побудут, конечно, я ничего не против. Кто там, сынок орет так, что ли? Бежит. А это вот мои красавцы-капиталисты. Вот, укладываются, мои хорошие. Сегодня они будут жить у нас уже в этой стайке. Сейчас там Толя сделает порядок, наведет. Сегодня мы убрали Фимку, Фомку и серую шейку. Все. И вот этих гусей мы решили поселить в эту стайку. Там места много. И все будет у них свободненько. А то они ходят на улице. Ага, давай. А то они у нас ходят на улице, а я переживаю за них. Они уже укладываются, да, помаленьку? Они уже хотят отдыхать. Видишь, укладываются. Ну-ка я посмотрю, как там Толя делает. О, здесь вообще хорошо будет, конечно. Можно было в этом углу тоже сено убрать. Ну ладно. И там убрать побольше. Ну, немножко погодя уберем, ладно. Вот здесь всю грязь убрал, Толя, свеженьким сенком. Немножко потрес. Кормушка будет, и вода будет, и все у них будет здесь хорошо. И места много. Все-таки 7 гусиков. Везде мало места им. И поэтому ночевали несколько ночей на улице уже. Они на улице ночуют, а я не сплю. Бегаю, смотрю за ними каждую ночь. По несколько раз. Все равно вот волнительно оставлять на улице. Не знаю, как другие хозяева, а я боюсь. Вот они умываются. На ночь готовятся. Люблю смотреть на них вообще. А? Все, да? Ну все, пойдемте, мои хорошие. Вставайте, да, на место уже. Ой, тихо. Ой, какие же вы, господи, мои пугливые детки. Давайте сюда. Вот в стаечку. Да, вот здесь вы будете жить. Ну, давайте. Видите, незнакомое место не заходит. Ничего себе, вы что? Давайте. Сколько раз, бедненькие, они меняли уже место жительства свое. Конечно, уже надоело. Все, милые мои. А вот эту вот надо поставить, чтобы воздух поступал. Как ты укреплял? Укрепи. А потом, когда темно будет, уберем и дверь закроем. Да, пшеничку все любят. Что там? Ну вот и все, и пусть они там воздух поступают. И ночью, пускай так и будет. Ну я не знаю. Ну и ночью, конечно, можно так. Ну да. Они уже большенькие. Хоть воздух будет поступать. Вот, пусть едят. Пусть жуют здесь. И воду найдут нормально все. Вот уже воду нашли. Ну, где вы мои золотые? Ну все, будете здесь жить. Клювики черные, кончики, видите? Это те черненькие, которые маленькие были, помните? Совсем черные. И лапы были черные. Я думала, и лапы будут черные. А смотрите, нет. Просто лапки загорелые остались. А клювики черные. А издалека, кажется, клювик короткий, да? А он черный, вон, видите какой? О, красавец. А вот у этих как бы белесенький клювик. У желтых-то этих гусей. Не у желтых, они теперь уж белые. Ой, какие вы у меня золотые. Ну вот все, живите.
Нас радуйте. Поняли? С ночевочкой останетесь здесь. Пойдем дальше. Что, Гошку надо загонять, да? Толь? Или еще рановато? Смотрит, голову на бок склонил. А? А Гошки-то? Да ты что? Курицы опять зашли. Ой, ну паразитки эти курицы, я не могу. Я не могу с ними. А что, я открытую эту оставляю? Перелетают, гады. Принцесса с сынком купаются. В этом году, по-моему, только они одни и купаются. Целый день сегодня вороны у нас вот там клюют семечки с скошенной травы. Представляете? Все зернышки объели. Кто-то где-то пищит, не пойму. Кому-то плохо, что ли, где-то. У нас один маленький гусенок все кричит. Не Гошкин, а Линдочкин. Вот он там кричит. Представляете, что у него болит, что ли, что-нибудь? Ну там Гошка с Матильдой. Пойду схожу до них. Всех загнали по местам, и гусей, и кур, и цыплят всех. И наступил вечер. За сегодняшний день мне раз 5 МЧС прислали сообщение, что будет очень жаркая погода, и что будет очень сильный ветер, и гроза, и дождь, и даже град. И вы знаете, к вечеру тучи почернели, собрались. Видите, вон там почему-то на камере, я смотрю на экране, нету такой черноты, просто синева. Но вот там, где синяя, там черные прям тучи. И вы знаете, вот на камере не видно, а я вижу, может быть, это потом на большом экране видно будет, что вот тут, вот видите, вот такие полоски, видите, вот от неба и до земли, там идет дождь. Там прям видно, что дождь идет. И широкая полоса, знаете, откуда идет? Вот отсюда, вот отсюда. И вот так, вот этой полосой, вот там где-то идет дождь. А у нас снова нет дождя. И вообще, последний раз-то дождь был, он такой не сильно большой. Ну, мелкий такой был дождь. А хорошо бы хороший дождичек нам. Без града, конечно, без ветра. Просто дождь хороший. Ой, не знаю. Наверное, не будет. Вот в той стороне очень сильно сверкало. И гром даже был. Но расстояние, так скажем, по времени между грозой, между, как сказать, грозой и громом, между молнией и громом, такие были длительные, большое расстояние между ними по времени. Поэтому я думаю, что это далеко гроза где-то идет. За, ну как-то за много километров.
Она может нас даже и не достать, конечно. А у нас сегодня зацвела картошка. Вон, видите? Почему-то ближе сюда. Ближе к дому. Посадили все, в общем-то, почти в один день. Ну, не в один день, а вот за два дня, так скажем, посадили. А зацвела почему-то неровно. Ну, теперь уже зацветет. Воды бы ей, воды бы ей. Ой, как сухо там все. Жалко. В общем-то, воды немного с неба падает, так скажем. Я имею в виду дождя. Растет все плохо. Ой, ну травище выросло, конечно. Вот даже ромашки, видите, и то плохо растут. Ничего себе. Шмель, что ли, так упал на крышу. Небо красивое, правда? Оно хоть и темное, но красивое. Комар прилетел, кусается. Ждали его. Все-все притихли. Птички, я имею в виду. Вон фонари в деревне зажигаться стали. Вон, видите, фонарь зажегся один. А почему-то один, других не видно. Наступает ночь. Пора домой.